Так, ну что, мы решили с мужем начать ремонт комнаты для сына. Сейчас вот так вот здесь все выглядит. Вот игрушки, собственно. Здесь в этой комнате должен был быть ремонт, наклеены были обои, но не доделано ничего, потому что мы переехали в другую. Вот так здесь все выглядит. Вот я уже начала мел свой перетаскивать. Надо шкаф освобождать. У нас заберут шкаф, диван заберут, ковер мы выкидываем, потому что кот его метил. Вот, собственно, ну, телек, естественно, точно уедет. Тут, короче, все уберется. Из этого останется, наверное, только комод, и то не факт. Вот, мы начинаем ковы. Ой, тут вообще у меня жопа, я не знаю, куда я это все буду девать. Ну, короче, пока запомните эту комнату такой. Так, ну что, мы решили с мужем начать ремонт комнаты для сына. Сейчас вот так вот здесь все выглядит. Вот игрушки, собственно. Здесь в этой комнате должен был быть ремонт, наклеены были обои, но не доделано ничего, потому что мы переехали в другую. Вот так здесь все выглядит. Вот я уже начала мел свой перетаскивать. Надо шкаф освобождать. У нас заберут шкаф, диван заберут, ковер мы выкидываем, потому что кот его метил. Вот, собственно, ну, телек, естественно, точно уедет. Тут, короче, все уберется. Из этого останется, наверное, только комод, и то не факт. Вот, мы начинаем ковы. Ой, тут вообще у меня жопа, я не знаю, куда я это все буду девать. Ну, короче, пока запомните эту комнату такой. Так, ну что, мы решили с мужем начать ремонт комнаты для сына. Сейчас вот так вот здесь все выглядит. Вот игрушки, собственно. Здесь в этой комнате должен был быть ремонт, наклеены были обои, но не доделано ничего, потому что мы переехали в другую. Вот так здесь все выглядит. Вот я уже начала мел свой перетаскивать. Надо шкаф освобождать. У нас заберут шкаф, диван заберут, ковер мы выкидываем, потому что кот его метил. Вот, собственно, ну, телек, естественно, точно уедет. Тут, короче, все уберется. Из этого останется, наверное, только комод, и то не факт. Вот, мы начинаем ковы. Ой, тут вообще у меня жопа, я не знаю, куда я это все буду девать. Ну, короче, пока запомните эту комнату такой. Так, ну что, мы решили с мужем начать ремонт комнаты для сына. Сейчас вот так вот здесь все выглядит. Вот игрушки, собственно. Здесь в этой комнате должен был быть ремонт, наклеены были обои, но не доделано ничего, потому что мы переехали в другую. Вот так здесь все выглядит. Вот я уже начала мел свой перетаскивать. Надо шкаф освобождать. У нас заберут шкаф, диван заберут, ковер мы выкидываем, потому что кот его метил. Вот, собственно, ну, телек, естественно, точно уедет. Тут, короче, все уберется. Из этого останется, наверное, только комод, и то не факт. Вот, мы начинаем ковы. Ой, тут вообще у меня жопа, я не знаю, куда я это все буду девать. Ну, короче, пока запомните эту комнату такой. Так, ну что, мы решили с мужем начать ремонт комнаты для сына. Сейчас вот так вот здесь все выглядит. Вот игрушки, собственно. Здесь в этой комнате должен был быть ремонт, наклеены были обои, но не доделано ничего, потому что мы переехали в другую. Вот так здесь все выглядит. Вот я уже начала мел свой перетаскивать. Надо шкаф освобождать. У нас заберут шкаф, диван заберут, ковер мы выкидываем, потому что кот его метил. Вот, собственно, ну, телек, естественно, точно уедет. Тут, короче, все уберется. Из этого останется, наверное, только комод, и то не факт. Вот, мы начинаем ковы. Ой, тут вообще у меня жопа, я не знаю, куда я это все буду девать. Ну, короче, пока запомните эту комнату такой. Так, ну что, мы решили с мужем начать ремонт комнаты для сына. Сейчас вот так вот здесь все выглядит.
Вот игрушки, собственно. Здесь в этой комнате должен был быть ремонт, наклеены были обои, но не доделано ничего, потому что мы переехали в другую. Вот так здесь все выглядит. Вот я уже начала мел свой перетаскивать. Надо шкаф освобождать. У нас заберут шкаф, диван заберут, ковер мы выкидываем, потому что кот его метил. Вот, собственно, ну, телек, естественно, точно уедет. Тут, короче, все уберется. Из этого останется, наверное, только комод, и то не факт. Вот, мы начинаем ковырять. Ой, тут вообще у меня жопа, я не знаю, куда я это все буду девать. Ну, короче, пока запомните эту комнату такой. Так, ну что, мы решили с мужем начать ремонт комнаты для сына. Сейчас вот так вот здесь все выглядит. Вот игрушки, собственно. Здесь в этой комнате должен был быть ремонт, наклеены были обои, но не доделано ничего, потому что мы переехали в другую. Вот так здесь все выглядит. Вот я уже начала мел свой перетаскивать. Надо шкаф освобождать. У нас заберут шкаф, диван заберут, ковер мы выкидываем, потому что кот его метил. Вот, собственно, ну, телек, естественно, точно уедет. Тут, короче, все уберется. Из этого останется, наверное, только комод, и то не факт. Вот, мы начинаем ковырять. Ой, тут вообще у меня жопа, я не знаю, куда я это все буду девать. Ну, короче, пока запомните эту комнату такой. Так, ну что, мы решили с мужем начать ремонт комнаты для сына. Сейчас вот так вот здесь все выглядит. Вот игрушки, собственно. Здесь в этой комнате должен был быть ремонт, наклеены были обои, но не доделано ничего, потому что мы переехали в другую. Вот так здесь все выглядит. Вот я уже начала мел свой перетаскивать. Надо шкаф освобождать. У нас заберут шкаф, диван заберут, ковер мы выкидываем, потому что кот его метил. Вот, собственно, ну, телек, естественно, точно уедет. Тут, короче, все уберется. Из этого останется, наверное, только комод, и то не факт. Вот, мы начинаем ковырять. Ой, тут вообще у меня жопа, я не знаю, куда я это все буду девать. Ну, короче, пока запомните эту комнату такой. Так, ну что, мы решили с мужем начать ремонт комнаты для сына. Сейчас вот так вот здесь все выглядит. Вот игрушки, собственно. Здесь в этой комнате должен был быть ремонт, наклеены были обои, но не доделано ничего, потому что мы переехали в другую. Вот так здесь все выглядит. Вот я уже начала мел свой перетаскивать. Надо шкаф освобождать. У нас заберут шкаф, диван заберут, ковер мы выкидываем, потому что кот его метил. Вот, собственно, ну, телек, естественно, точно уедет. Тут, короче, все уберется. Из этого останется, наверное, только комод, и то не факт. Вот, мы начинаем ковырять. Ой, тут вообще у меня жопа, я не знаю, куда я это все буду девать. Ну, короче, пока запомните эту комнату такой. Так, ну что, мы решили с мужем начать ремонт комнаты для сына. Сейчас вот так вот здесь все выглядит. Вот игрушки, собственно. Здесь в этой комнате должен был быть ремонт, наклеены были обои, но не доделано ничего, потому что мы переехали в другую. Вот так здесь все выглядит. Вот я уже начала мел свой перетаскивать. Надо шкаф освобождать. У нас заберут шкаф, диван заберут, ковер мы выкидываем, потому что кот его метил. Вот, собственно, ну, телек, естественно, точно уедет. Тут, короче, все уберется. Из этого останется, наверное, только комод, и то не факт. Вот, мы начинаем ковырять. Ой, тут вообще у меня жопа, я не знаю, куда я это все буду девать. Ну, короче, пока запомните эту комнату такой. Так, ну что, мы решили с мужем начать ремонт комнаты для сына. Сейчас вот так вот здесь все выглядит. Вот игрушки, собственно. Здесь в этой комнате должен был быть ремонт, наклеены были обои, но не доделано ничего, потому что мы переехали в другую.
Вот так здесь все выглядит. Вот я уже начала мел свой перетаскивать. Надо шкаф освобождать. У нас заберут шкаф, диван заберут. Ковер мы выкидываем, потому что кот его метил. Вот, собственно. Ну, телек, естественно, точно уедет. Тут, короче, все уберется. Из этого останется, наверное, только комод, и то не факт. Вот. Мы начинаем ковыряться. Ой, тут вообще... у меня жопа, я не знаю, куда я это все буду девать. Ну, короче, пока запомните эту комнату такой.